Вряд ли следует подвергать сомнению полезность рекламы. Умная, со вкусом сделанная реклама помогает людям ориентироваться в море товаров и услуг, подсказывает им, что выбрать, знакомит с новой продукцией, разъясняет, как пользоваться той или иной новинкой. Но реклама рекламе рознь. В капиталистическом мире рекламное дело – это бизнес. И как всякий бизнес, оно должно приносить доход, и немалый. А раз так, то рекламу, по мнению дельцов, следует навязывать людям, хотят они этого или нет. Совершенно нетерпимой становится реклама в телевизионных передачах. Она обрывает на самом интересном месте фильмы, эстрадные обозрения, познавательные передачи и особенно спортивные репортажи. А главное же заключается в том, что к зрителю обращается в назидательной навязчивой манере. Это реклама в торговом центре «Вампир и его жертва». Дельцы почему-то решили назвать торговые дни «днями вампиров». Видимо, этим цирковым приемом они хотели привлечь побольше покупателей, ибо сейчас в Канаде из-за кризисных явлений в экономике и снижения жизненного уровня трудящихся резко понизилась покупательная способность населения. Wake up early. Clap on some cologne. I'm ready for it. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So Dave, me say Dave, me say Dave, me say Dave.